Здравствуйте, с вами технический обзор от лаборатории Астроскоп, и я Руслан Зоркий. Сегодня в нашем обзоре телескоп Сигетта Тукана 70-360. Небольшой рефрактор начального уровня для наблюдений Земли и неба. Внутри красочной упаковки находим мягкий чехол из черного полиэстера с длинным наплечным ремнем с застежками липучка и молния. В чехле в отдельных пластиковых пакетах аккуратно уложены штатив, труба и два белых тубуса с окулярами. Труба телескопа больше похожа на подзорную трубу. Мягкая резиновая крышка, гнездо под фотоштатив, геликоидный фокусер, встроенная призма прямого изображения, искателя нет. Однако есть и несколько отличий. Вращающийся призменный блок на 8 фиксируемых положений и возможность смены окуляров с посадкой 1/4 дюйма. Объектив двухлинзовый, с однослойным просветлением фиолетовых оттенков. Закреплен резьбовым кольцом внутри черненой пластиковой трубы. Тренога телескопа раздвижная, минимальная высота 40 см. В таком виде она поместится даже на подоконнике. Ноги сделаны из алюминиевых трубок, а зажимные механизмы и фотоголовка из пластика. Раздвинув 4 секции треноги, получим максимальную высоту 129 см, в самый раз для наблюдений с балкона или открытой площадки. Два комплектных окуляра Кёльнера 20 мм и 6 мм имеют пластиковые корпуса и металлические юбки, не черненные изнутри. Кроме того, окуляры имеют мягкие резиновые наглазники и линзы с фиолетовым просветлением, что весьма неплохо для такой бюджетной модели телескопа. В комплектный окуляр 20 мм на увеличении 18 крат земная картинка вполне приемлема, однако сильно бликует нечерненная втулка окуляра. В окуляр 6 мм на увеличении 60 крат такое бликование практически незаметно, но хроматизм и дисторсия подпортили картинку. На увеличении 18 крат на Луне удалось рассмотреть несколько десятков кратеров. Бликование на корпусе окуляра стало заметно меньше. А вот на 60 кратах удержать Луну в поле зрения было довольно сложно. Несмотря на хроматизм, лунных деталей прибавилось. После недолгих поисков мы направили трубу на Плеяды. На 18 кратах они поместились полностью, смотрелись довольно интересно и красиво. Итак, телескоп Сигетта Тукана 70-360 оказался вполне достойным инструментом для своей ценовой категории. И лаборатория Астроскоп может рекомендовать его в качестве первого оптического прибора для детей до 10 лет. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!